Сейчас мы с вами находимся на территории оперативно-диспетчерской службы МУП «Ульгэс». На этом большом видеоэкране вы можете видеть схему размещения электроснабжения города Ульяновска. И сегодня предприятие рассказало об итогах работы за 2021 год. С июня 2012 года основным средством визуализации энергоснабжения города является видеостена. В удобной и наглядной форме на ней представлена вся информация, необходимая для работы специалистов. Электронные журналы нарядов, заявки на ремонт. Информация обновляется в режиме онлайн и дублируется на каждом рабочем месте. Наша основная задача – это ликвидация аварий. В течение 2,5-3 часов бригады ОВБ, руководимые диспетчером, выезжают на линию, локализуют поврежденный участок сети, выводят его из схемы и восстанавливают электроснабжение потребителей. Всего несколько лет назад оперативно-диспетчерская служба предприятия размещалась в другом здании и не имела доступа к современным и удобным средствам визуализации. Теперь здесь размещается музей истории МУП «Ульгэс». По словам руководителя предприятия Сергея Шерстнева, в 2021 году удалось достичь многого. В полном объеме завершено строительство распределительной подстанции в Ленинском районе, недалеко от ипподрома, на улице Весенней. Мы знаем, что там один из самых таких быстро застраиваемых микрорайонов, строительство жилых домов, торговли, детский сад, а также наличие котельной из старого микрорайона. Получение электроснабжения, наверное, первостепенная задача, которая стоит перед нашим предприятием. Также выполнены были работы по ближнему Засвияжье район бывшего Ульяновского радиолампового завода. В этом году работы также проводились в Заволжском районе на проспектах Сиреневом и Тюленево. Кроме того, работники «Ульгэс» за год отремонтировали 31 трансформаторную подстанцию, заменили трансформаторы, средства учета, отремонтировали и заменили более 21 километра воздушных сетей, более 10 километров кабельных линий. На сегодняшний день производятся работы и по уличному освещению. Учитывая то, что в 2021 году предприятие выиграло контракт, официально все по обслуживанию содержания уличных сетей. Замена ламп натриевых, ртутных. И уже сегодняшний день у нас есть программа развития уличного освещения, модернизации уличного освещения. Еще одна важная задача, которую предприятию удалось реализовать в этом году – реконструкция улицы Ленина, которую сегодня по праву называют улицей чистого неба. Все линии ушли в землю – это улица Ленина. Вот эти провода, которые висят в определенном порядке, совместная подвеска, сотовые связи, других операторов, которые используют данные опоры, ушли в землю. Такой перечень улиц тоже есть, и он будет прорабатываться. В первую очередь это наши въездные группы или улицы, проспект Нариманова, и мы выезжаем непосредственно уже через Белый ключ, и с аэропорта выезжаем уже в Заволжский район. Предприятие ставит перед собой задачу заменить светильники уличного освещения на светодиодные. Это требование времени, которое позволит экономить средства и регулировать освещение в городе, чтобы после 12 ночи наш город был безопасным и не погружался во тьму. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Ул.Правда ТВ.